раз. Все. Запись идет, пишем. Всем привет! Мы Александр Левчук. Яна Галенда. Из города Харькова. Конкурс «Бачата Старвей». Объяснение «Бачата связочки под счет». Итак, первая связка. Мы делаем что? Треугольник. Ручка партнерши у нас в левой руке партнера. Мы выводим руку назад. Разворачиваем партнершу правой рукой за корпус. Крутим к себе. Развернули партнершу к себе спиной. Левая рука приходит на плечо партнерши. Партнершина рука раскрывается и закрывается на руке партнерши. Отсюда я грудной клеткой веду девушку на волну. Назад. Присаживаемся на левую ножку, руку свою беру за предплечье партнерши. Отсюда волна снизу, выталкиваю бедрами, разворачиваю корпус партнерши направо и маленький круг головой. Свою голову на всякий случай убираю, это важно. Дальше, еще одна обратная волна. Толкаем грудной клеткой, вводим партнершу назад, присаживаем. Девочка следует за грудной клеткой и бедрами партнера. Вес полностью у меня на левой ножке, правая ножка остается свободной. У меня вес на левой ноге. Да. Отсюда мы делаем небольшой выпад вперед. Для того, чтобы вывести партнершу на выпад, я ее выталкиваю чуть-чуть вперед. Сам оставляю контрвес, то есть оставляю вес на левой ноге в противоход. То есть выталкиваю. Девочка, соответственно, переходит на правую ногу. Вес, вот, да. И может сделать стилистику, поднять ножку вперед. Вверх. Самый важный момент на этом элементе — не уходить весом за партнершей, а оставить вес на левой ноге для того, чтобы у нас был контрбаланс, противоход. Противоход вместе с партнершей. Забираем девушку к себе. А девочка, если хочет, делает движение рукой и тихо. Отсюда central корпус. Волна влево, волна вправо. Еще разочек. Волна влево. Волна вправо, оставили партнершу на ее левой ножке, сам стою на левой ноге. Теперь толчок, выводим на небольшой слайд, вправо, вправо. Девочки, вес переносится на правую ногу. Также остаюсь в контрбалансе с партнершей. Правой рукой веду бедра полукруга назад, перехватываю ручку на левое бедро, через... бедра на полукруг. Отсюда проскальзываю рукой. Вот момент, когда я проскальзываю рукой. Левую надеваю на себя. Правую ручку кладу на там, где вот шорты у девушки. И даю импульс на бедра, чтобы бедра вышли вперед. Сам встаю на правой ножке. Вывожу бедра наверх, забираю девушку к себе. В принципе, на этом моменте можно положить ручку на плечо и закончить связку. Поднимаю ручку наверх, забираю на себя, поднимаю бедро и к себе. Моя рука приходит. Бля, потом! Следующий элемент. Развернули, присаживаем партнершу вниз. А? Надо подробнее. Момент мы сделаем. Мы разворачиваем партнершу, разворачиваем корпус. Развернули корпус. И теперь ведем девушку. Разворот 90 градусов. И дальше подъем наклон. Через корпус я наклоняю в начале рамку налево. И теперь веду на обратную волну назад. Веду только верхнюю часть партнерши своей правой рукой. Правой рукой. Для того, чтобы девушка ушла спиной назад. Разворачиваю сюда и присаживаю вниз. Даю импульс. Energy down. Вниз. Отсюда. Ухожу на правую ногу, кладу свою правую ручку на ее правое плечо. Ручка опускается.
короткий импульс, только голова. Голова к себе. Вывод. Левая рука моя остается держать партнершу здесь. Под мышкой фиксируем позицию. Отсюда приподнимаю партнершу, приподнимаю, разворачиваю. И вместе с тонусом рамки я поднимаю ручку и одновременно даю девушке импульс на наклон головой. Провожу рукой, чтобы голова перекатилась с одной стороны на другую. Отсюда. Ручка вытягивается. В тот момент, когда я делаю перекат головы, чуть-чуть подхожу ближе, обнимаю партнершу, слегка даю маленький импульс вперед, круг бедрами назад. И отсюда. Треугольник вперед. Шаг, шаг, шаг. Поднимаю правую руку, веду назад, левую ручку. С разворотом. Здесь нужно делать больше импульса. Подкручиваю партнерский корпус. Оп, разворачиваю к себе. И свободной рукой девочка хватается, как обезьянка за талию. Развернули к себе. Дальше. Скручиваем корпус, наклоняем направо. И раскрываем грудную клетку партнерши вперед. Да. Раскрыли грудную клетку партнерши. Закрываю себе. Даю толчок левой рукой для того, чтобы девушка развернулась. Провожу над головой партнерши. Наклоняю. Девочка, можно сделать стилистику рукой. Поднимаем правой рукой. Разворачиваем. Закрываем корпус. Вес наклон, коленки сгибаем, на ровных коленях никогда не стоим, сгибаем коленки, наклоняем партнершу, можно самому чуть-чуть наклоняться. Поднимаемся, забираем партнершу и продолжаем. Хорошо, и теперь все, подсчет. Я думала, она эти фотки себе оставит. Мы начинали с треугольника. Идем, допустим, базовый шаг, раз, два, три, четыре, пять, треугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 5, 6, 7 и что-нибудь. Спасибо, Александр, Анна, Бачата, Экшн Старвей. Харьков. Спасибо.